Рассада гипсофилы, качим, ползучая алба используется для создания плотных почвопокровников, которые летом превращаются в пышные белоснежные ковры. Высота взрослого растения не превышает 20 см. Этот сорт применяют для заполнения пустых участков, оформления каменистых горок и альпинариев, украшения зон отдыха. Гипсофила, качим, ползучая алба относится к солнцелюбивым растениям. При благоприятных условиях этот сорт сохраняет декоративный вид на протяжении всего лета. Уход заключается в поливах, рыхлении почвы и удалении крупных сорняков. Гипсофила ползучая альба – это травянистый высотой 20-30 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка белый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.